табак, употребляли абсент и кое-что, кстати, тоже могли. Курили табак, употребляли абсент и кое-что, кстати, тоже могли. Ответил ей, времени осталось мало. Время говорит скорее, скорее. И что бы потом ни случилось, все вроде бы предрешено, как повороты сюжета в глупом не смешном кино. И какой бы я ни был гад, ей хочется остаться рядом. Я, кажется, этому рад. Мне слова ничего не откроют. Все сказано уже давно, все это реплики главных героев. Дыма змейка. И опять барахлит телефон, или кончается батарейка. Поговорим потом. И куда подевалась, не знаю я. Неотправленное письмо, потерянной страничкой сценария в глупом и смешном кино. Лето на даче – это солярий и фитнес в одном флаконе. Радио «Шансон». Когда беда в мое сердце нагрянет, и я от боли качаюсь, как пьяный, мне без гитары и песни не жить, как без боли цыгану. Когда метель сединой меня кроет, и в волчьей пасти, как годы за мною, моя гитара и песни меня от напасти укроют. Годы мчатся за спиной, только не угнаться им за мной. Дороги, 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 то печаль. Шальные залетные годы в дороге зовут и зовут меня вдаль. Когда мой крест давит крепче на плечи, я знаю, скоро Иуду я встречу. Вцепившись в крест мой, в затылок дыша, он мне плечи калечит. Его стряхну и свой крест поднимая, я снова в дальнюю даль зашагаю, молясь за тех, кто нести по дороге мой крест помогает. Годы скачут за спиной.